Ребят, ну я, как всегда, к вам с полезной информацией. Хочу поделиться радостной новостью. Илюшку записала в школу. Не просто в школу, а в IT-школу, потому что он давно у меня просится. Мы постоянно проходим какие-то курсы. Он любитель делать всякие мультики, игры, смотрит, играет. Ему это все интересно. И искала именно не онлайн, а офлайн школу, и я ее нашла. Малая Академия ТОП. Находится у нас в Сочи. Вы не переживайте, сразу предупреждаю, что эта школа находится не только в Сочи, но еще есть 200 городов, в которых эта школа есть. Что мне понравилось? Это классный компьютерный класс. Молодой такой профессиональный состав педагогов. У них очень интересно. Группы такие, знаете, по возрасту мальчишки набраны. Им всем интересно заниматься. То есть все, вот, знаете, так конструктивно сделано, что все интересно для детей. Илюшка счастлив. Представляете, после первых занятий они уже смогут программировать и что-то уже сделать своими руками. Ну а главное, что меня покорило в этой школе, что они получили международное звание лучшей школы по версии ЮНЕСКО. ЮНЕСКО оценил уникальную методику и материалы обучения Малой Академии ТОП. Ребят, от меня, как всегда, вишенка на торте, это для вас скидочка в 15% при первом платеже. Так что, девчонки, ищите эту школу в своем городе, пусть детки развиваются. Мы должны, как родители, всегда им помочь. Я думаю, что это очень нужно и в дальнейшем им обязательно пригодится. Ссылочка внизу в описании. Так, ну что, ребятушки, всем привет. Приветики-пистолетики. Мы приехали заселяться в Красную Поляну. Здесь так хорошо, солнышка нету. Так все красивенько, классненько. Мы рано приехали, нам еще 2 часа. Ехали с таким таксистом, я думала, Господи, спаси, сохрани. Я 500 раз помолилась, девочки. Он ехал и засыпал, представляете? Я его 50 раз говорю, не засыпай, открой глаза. Это вообще трэш, короче. Ну, слава богу, мы доехали, и мы идем сейчас пораньше, я не знаю, раньше заселение было в 12, сейчас в 3 заселения. Мы идем в Мариот. Вот. Какие красивые, смотрите, кустики. И будем заселяться. Сейчас вам покажу такие красивые кусты. Это что такое за растение красивое? Там мне нужна фоточка, Илюш. Как белая сирень какая-то. Или это вот этот вот на Г. Называется, забыла, как он называется. Смотрите, как красивый. Ребят, ну что, мы сдали свои чемоданы. Нас раньше не заселили, они хотели, чтобы, короче, мы доплатили за премиум-класс номер 5000. И тогда бы они сейчас нас уже заселили. Но мы люди экономные, мы и так дохерища денег сейчас оставили за 2 ночи в Мариоте. Вот, и мы решили сдать багаж. И пойти покататься на фуникулёре наверх. На 960 высоту подняться, что-нибудь покушать. Тимон с собой булочек набрал. И потом уже придем, пойдем на бассейн. Так что такие планы у нас сегодня, Барбаросса. Росса-росса, Барбаросса. Мы поднялись на высоту 960. Тут, как всегда, идет ремонт. Ребят, тут так хорошо дышится. Просто. Все-таки вот поляна... Это свежий воздух, это кайф. Это просто кайф. Очень люблю поляну. Особенно сейчас летом. Здесь народу поменьше, чем у нас там около моря. Я бы, наверное, на все... Ну, мусорку, вон мусорка выкидывай. На все 3 месяца бы сюда уезжала. Но мы столько не зарабатываем. Вид просто шикарный. Посмотрите, какая красота. Все-таки на 960 вид просто бомба. Но на 960 прохладно все-таки. Мы все-таки приехали купаться на бассейне, и Мариот нам, конечно, подходит лучше. Илюша, отойди, там машины. Мы, по-моему, вообще не туда идем. Вот этот еще классный отель, это Риксос, девчонки. Ну, там тоже ценник такой, мама дорогая. Пришли немножко полюбоваться видами. Такая травка вообще офигенно мягкая. Девочки, отдыхаем. Мы раньше вот тут останавливались. Вот здесь. В панораме. Но мне в панораме не нравится бассейн.
Он такой, знаете, этот маленький, там вечно много людей. А так, в принципе, отель тоже неплохой, ну, для вот кто катается. Вот, но вид здесь шикарный. Я помню, мы там у нас номер был, и мы утром проснулись, девочки, и был везде снег. Вот. Ну что, вы сидите? Девчонки, мы уже назад едем. Там нечего делать. Посидели на красивой полянке, они маму пофотографировали, и мы назад едем. Я увидел птичку. Да, я надеюсь, что мы сейчас заселимся уже 3 часа. У меня ноги уже натерло ходить, бродить. Семья, ты чего это? Речечка наша. На великах. У меня так уши заложило. Мзын-то течет. Мзын-то. Да у них нет. А знала, что Мзын-то самая большая река в мире? Это вот это? Красиво. Дёма спрашивает на географии, какая самая большая река в мире? А мне брат говорит, что он Мзын-то. Мы пришли на скейт-площадку, или как это называется, я не знаю. Сходил ты? Садись, пей свой лимонад. Девчонки, здесь наша любимая карма. Помните, мы постоянно с Максом пили кофе. Мы сейчас будем пить кофе. У нас как раз еще где-то около минут 50 есть. А Илюшка, конечно же, приехал со своим самокатом. Он же у меня любитель самокатов. Здрасте. И, короче говоря, вот он сейчас будет кататься, кайфовать. Это его любимое. Он так мечтал. Единственное, сейчас здесь сделали. Раньше было шлем не нужен был. А сейчас сказали, нужен шлем. И покупаешь, короче, в аренду берешь шлем. Без шлема не пускают. Вот он, мой Илюшка, идет на рекорды. Как ему нравится. Здесь, конечно, вообще кайф. Девочки, кроме слова кайф, класс и супер, больше ничего не услышите. Сейчас Илюшку еще хочу снять. Ой, как приятненько. Смотрите, у меня сердечко. А Тёма пьет мой лимонад, сейчас получит по жопе. Ты свой выпил? Все, иди, расслабься, мальчик. Расслабься, мальчик. А? Я тебе кофе приносил. Ты мне кофе приносил? За этого... А, у меня, кстати, веганское пирожное. Сейчас буду есть вкусное. Илюшка катается, девчонки, вообще. Так, ну что, мы идем заселяться. Тимон, не подглядывай. Мальчишки есть мальчишки. Все машины смотрят. Агуша. Надеюсь, сейчас мы уже ляжем, полежим немножко, 10 минут. Но с ними не полежишь. Сразу идем купаться. Нет, Мариота. Видишь, вот бассейн. Там видишь. А? Видишь. Бассейн, детская площадка. Машинки маленькие. Смотри, это маленькие, видишь. Тём, идем сюда. Цветочки, смотри, какой красивый. Экибанка. Красота. Давайте здесь, Тём, посидим. Сидим, ждем в ожидании ключа. Дети уже все обследовали, что здесь можно, что нельзя. Девочки, я уже полчаса здесь сижу, не могу ключи получить. Мы пришли раньше, и у них ровно в 3. Сейчас и номер еще не готов, еще 10 минут надо ждать. Ну, 10 минут прошло, я надеюсь, что я сейчас ключи все-таки увижу. Вот. Я очень в это верю. Что, мы идем в номер. Наш номер где-то... Вот этот. 449. Ну, открывай. Все, открывай дверь. А как ты понял, что это он? Вот он написан. Это не наш номер, наверное. 449. Вот это, по-моему. Да. А как дверь открылась? Все карты одинаковые, что ли? Да смелее открой просто. Тёма, как этот, первый раз замужем. Так, ну что, прибрались нормально, чистенько здесь. Девчонки, ну наконец-то мы заселяемся. Что-то так подустали, у нас еще балкончик есть. Хорошо, прохладненько. Хорошо, чистенько, кайф. Кайф. Балкончик. Давай, открывай балкончик. Открывай балкончик. Ну как тебе, сынулик? Нормально? Нормалек? Отлично, наконец-то мы заселились. И сегодня мы, у нас и завтра, и послезавтра будут вот такие красивые виды. Вообще класс. Красота. Так, ну что, мы пошли плавать. Жирок растрясти немножко.
Посмотрите на этих хархаровцев. Ну что, мы уже на бассейне. Девчонки, кайфуем, отдыхаем. Бассейн тут глубокий, взрослый получается. Там детский, там не знаю какой, вот здесь вот так проплывать. И еще есть вот такой джакузи. Сейчас мы с Тимоном здесь кайфанем. Нормально? Да, я тоже посижу. Пойдем. Позови Илюшку. Илюшку позови, Тём, он не знает. Я тоже сюда залезу. Не упасть. Ну, кайф. Сударь, как вам, сударь? Чё, Илюша, тебе не стыдно с такими татушками, а? Наклеил? Ну, я вам скажу, так неплохо все-таки. Тут классно, вообще супер. Природа, вид. Девчонки, вид, один вид чего стоит. Просто шикарный, смотрите. Офигенно, вообще супер. Ваше здоровье, девчонки. Мохито у меня алкогольный. Я думаю, что на отдыхе можно немножко себе позволить. А вот, еще у меня арбузик, а мальчишкам еду заказала. Вот. Так что, отдыхаем. Бегут мои архаровцы, бегут. Один плывет, другой бежит. Еду узрели, узрели еду. Ну что, ты нагрелся в джакузи? Нет еще? Одевай-ка халат, вот, одевай. Ты так быстро с этим справился, с хот-догом? Чё, голодный? А? Вкусный хот-дог? Ну, классно. А Тёма, он, говорит, тоже не хочет? Да, но Тёма, если не хочет, он все равно будет сидеть и давиться, все равно скушает, да, Тём? Лишь бы никому не дать. Как же здесь кайфово, девчонки. Это что за мужчина? Олигарх. Мы что-то подмерзли, честно говоря. Там выходишь, ветерок, знаете, свежий. И мы решили... Я из-за этого не хотела выходить. Да, и мы решили все-таки внутрь пойти в бассейн. Пошли отсюда. Пойдем сюда. Хамами погреемся. Мы пришли в спа. Тут так вкусно пахнет всегда в спа. Обалденно. Купальнички. Кому нужны шляпки. Спортзал. Сейчас этот, подождите. Полотенчики нам дали. Тёма, смотри, какая люстра красивая. Шикарная. Здравствуйте. Спокойненько, вообще кайф, никого нет. Вау! Так, вы еще тут подеритесь. Не позорьтесь. Кайф, никого нету. Вот это я понимаю, отдых. Супер. Здрасте. Представляете, мы приходим, а тут мне подарочек. Ой-ой-ой, как здорово. Смотрите, венцо. Это вы знаете за что? За то, что мы ждали. Представляете, какой классный презент. Вообще здорово. Мариот, конечно, лучший отель. Миром погорячились. Ты как этот гномик. Я все равно буду с такими запахами ходить. Смотрите на него. Ой, не могу. Шло дело, кофеечек. Кайф. Ты чаечек будешь? Ну, бери, наливайте чай. Мальчишки проголодались, девочки, заказала поесть. Ну, вот это вот все вышло у нас 1600 рублей. Илья, вот это убирай, убирай вот это. Вот это освобождайте, вот это уберите отсюда. Значит, у нас здесь пицца, но она похожа как бы на этот, скажи, на хачапури. Смотрите, какой красивый супчик, бульончик.
Офигенно вкусно. У меня борщ. У тебя борщ. Вот это надо поднять, Илья, горячее. Да, вот сюда поставь. Тёма, ты борщ будешь? Не, я борщ. И борщ. Илюшка захотел борщ. Девочки, смотрите, какая красота. Вот такой красный борщ. Даже у меня такой красный не получается. Смотрите, сало. Илюш, будешь кушать сало, гренки, чесночок, сметанка? Какая вкуснятина. Смотри, это сметана. Как вкусно. Мальчишек, обед. Нет, это больше уже ужин. Да? Суп обалденно вкусный. И суп, и борщ офигенный. Сметанку ложи. Сметанку. Илюш, сметанку. Давай, давай со сметанкой. Вкусненько. Девочки кайфуют, сидят там, кушают. Там уже закат у нас. Так классно, красиво. А я кусочек пиццы съела. Больше что-то не хочу есть. И сижу Лунтика смотрю. Сейчас они покушают и пойдем гулять. Они хотят кататься на самокатах. Вот, и пойдем гулять. Так вкусно приготовили. И борщ, и суп обалденные. Очень вкусно. Молодцы. Что, у нас вечереет. Тимон, как всегда, около мамы сидит. Илюшка пошел кататься на скейте. Не на скейте, на чем, Илюш, Тем? На этом, самокате. Хотели Теме взять, но уже Илюша-то свой сам привез из дома. А здесь все занято. И Тимон, короче, около меня сидит. Он хочет на фуникулёре. Я говорю, нет, сегодня мы уже не поедем. Я так устала, девчонки. Еще одела новые кроссовки. Ноги натерла, носки какие-то нашла. Еле, короче, хожу в них. Хотя вроде бы это иконика, но что-то вообще не знаю. Прям они... Как-то мне тяжело в них, но буду... Ну, с папе зайдем, да. И этот... И, короче говоря, сидим. Сегодня я уже ничего не хочу, они хотят еще в бассейн. Я говорю, вы что? Нет, мама сегодня 15 тысяч шагов, для мамы тяжело. Я уже устала. Хорошо, тут ветерок, прохладненько, свежак. Ну что, мы наконец-то выдвигаемся домой, до дома, девочки, до кровати. Так красиво здесь, конечно, вообще шикарно. Шикарно. Смотри, как красиво. Покажи, кого ты себе купил. Девочки, смотрите, Тёма купил себе капибарку. Ну покажи, Зань, не видно. Смотрите, какая классная. Он у нас любитель всяких мягких игрушечек. Да? А Тёма... А Илюша любит всякие пениборды, шминиборды... А? Оторвем сейчас. Ну, дома оторвем. Там надо ножничками. Я, ты не устала, а? Накатываться. Девочки, казино. Казино. Наше красивое казино, конечно. Очень красивое. Ты устал, да, зайчик? А, Кабибара устала. И ты устал. Я тоже устала. Не надо. Я уже снимала, как ты прыгаешь. Ребят, мы уже спать. Тимон чистит зубки перед сном. Девочки, а я буду смывать макияж, которого, в принципе, у меня не было. А вот эту помаду, которая вообще нифига не смывается. Я, кстати, с собой тут маски взяла. А я не могу смывать это. А? Помады нет у меня. Нет помады, да? Помада, там ничего нет, Тём. Ребят, мы уже спать, на сегодня все. Кстати, по ТНТ идет классный фильм «Батя». Кто не смотрел, обязательно посмотрите, да, Илюш? Обалденное кино. Посмотрите на этого гномика моего. Да, завтра принесут водичку. А мы спать. Ребятки, у нас второй день. Мы идем завтракать. Сейчас я вам покажу, какие здесь шикарнейшие завтраки. Правда. Мы вот где были, конечно, здесь вообще the best. Очень хорошо, вкусно так. Так, ну что, ребят, мы на завтрак пришли. Тут даже наггетсы есть. Я сегодня съела. Да, вот это завтрак ты, возьми кашу. Уже это же наггетсы? Да, кашу бери, сырники возьми. Сырники. Блинчики. Сырники. Возьми вот эту поешь. Кашу лучше, Илюш. Вон каша в этих больших. С утра капучино, девочки, пью. Капучинка. Конечно, раньше у них зимой побольше выбор. Но сейчас тоже неплохо. Есть все, что хочешь. Фрукты, ягоды, оливье. Тём, Илюша, кстати, с утра оливье поел. Я рыбки поела, яйцо, соусы разные. Нормально так, прилично. Кофеёк. А потом мы пойдем на бассейн. Не знаю, сегодня, надеюсь, потеплей.
Смотрите, какая красота. Шикарно. Завтракал нормально? Вкусно? Все, вкусно тебе было, девица-красавица? А? Так, ну что, пошли, там Тёма нас ждет. Тёма с нами не пришел. Вкусно позавтракали. А ты что, ты зарядку не делаешь? А? Иди зарядку делай. Я не могу, смотри. Илюшка вон зарядку делает вовсю. Вон он, Илюшка наш. Вон. Ирушки готовы. Сейчас в 11 вот здесь будет волейбол играть, ребята. Мы пришли исследовать эту парковочку. Смотри, травка какая. Тём, Илюша, еще рано. Смотрите, какая трава. Зеленца. Мои как эти. Мой мужчина. Илюш, пойдем. Вообще как. Пошли. Девчонки, только заметила, представляете, смотрите, у них здесь лучок, капустка, все свое растет, помидорчики, огурчики. Смотрите, какой кайф. Прикольно, перчики. Это же так красиво. Какие молодцы, вот все-таки блин. Просто красота, смотрите. Перчик, наверное. Базилик, вот эта травка, которую я покупаю. Поняли? Вот это красненькое. Смотрите, горький перчик. Класс! Вон, можно сорвать, скушать. Очень круто. Какие молодцы. Петрушка. Лучок зеленый. Класс. Вообще здорово. Очень круто. Вот это вот сервис. Класс. Минт. Минт, это что, интересно? Кайф. Как же круто. Так, ну что, девчонки, мальчишки пошли играть в волейбол. Я хочу пойти поснимать. Тут, кстати, когда выходишь из бассейна, прохладно. И халатик хорошо спасает. Вообще сик. Тут же все-таки горы. И открытый бассейн, конечно, здесь так. Освежает. Ну, загореть, мне кажется, здесь особо нельзя. Ну, хотя, может, и можно, не знаю. Лимонадики, мальчишка. Да, такие вкусные у вас, кстати. Приятно. Спасибо. Ты сегодня ночью кричал, девчонки, мы в хамам едем. Ночью кричал сегодня, мама, мама, ты где, мама, ты где? Я говорю, я здесь, сыночек, я здесь. Сходили в хамам. Ребят, тут такой хамам классный, вообще супер. Мне русскую баню нельзя, у меня розация. Розация, я не знаю, как правильно. Вот, но я все равно в хамам чуть-чуть зашла. А здесь, посмотрите, рай, вообще никого нету. Я вам сейчас поснимаю хамам. Если там никого нету. Тёма, ложись. Полотенце возьми. Всё. Давай, потом в баню зайдешь. Выходи. Таримская паровая. Посиди там, погрейся. Все, выходи греться, давай. Давай, давай. Туда греться. Сейчас. Давай, погрейся и пошли. Ну что, нам принесли обед. У нас борщ, мальчишки макароны. Не мальчишки, а Илюша захотел макароны. А нам так зашел вчера борщ, мы еще заказали. Такой вкусный борщец. Тут у нас что, маргарита, да? Или, а, это сыр, 4 сыра. Вкусно так пахнет. И у Тёмы, что тут, Тёма, у тебя? У Тёмы пельмешки домашние со сметанкой. Илюш, иди, давай, хватит лежать, иди кушай. Мы так с бассейна устали. Ну что, мы приехали все-таки, доехали до Розы Хутор.
что тут столько народу. Смотрите, какие красивые здесь виды. Виды какие красивые. Илюш, смотри, какая речка красивая. Тём, подожди меня. Смотрите, какая Мзымта. Я надеюсь, что я его правильно называю, что это Мзымта течет. Но я думаю, что да, она. Красота. Красота. Куда это застрял? Смотри, вон. А? Застрял. Кто застрял? Вон. Да он не застрял, его просто выключили. Выключили просто. Пошли. Гулливер, тут типа распродажи, вот, Тёмки меряем, Илюшки меряем, и Тёмка там себе что-то захотел. Только майку сними белую, белую майку сними, и сверху меряй, чтобы красиво. Давай. Девчонки, зашла я в Гулливер, взяла им, короче, шорты. Посмотри, Тёма, покажи. Тёме вы такой костюм взяли. Илья, иди покажи. У Илюши классный костюм, он же у меня самокатчик. Девочки, ему так этот идет. Посмотрите, какие шорты с карманами. Классные. Ты прям реклама Гулливера ходячая, Илюш. Очень круто. Еще одни шортики взяла. Короче, вот 5 вещей. У меня еще одни шорты вышло на 11 тысяч. Ну, за 5 вещей это, кстати, нормальная цена. Классные вещички. Качество хорошее. Мама, конечно, очень балует своих мальчишек. Я очень надеюсь, что они это ценят. Вы меня слышите? Такие они красивые, классные. Ну, девчонки, так захотелось их порадовать. Блин, я вот такая мама, немножко crazy крок или как. Нос у меня, кстати, сгорел. Вот. Хотела, они хотели. И знаете, ценник на самом деле, скидка, хорошо, 20, там больше 5 вещей, получается скидка 25%. Взяла. Я надеюсь, что дети будут ценить это. Я, допустим, вот многие пишут, ты балуешь, то, сё. Меня в детстве тоже баловали. И я думаю, вы видите мое отношение к родителям. Я надеюсь, что у них будет такое же отношение ко мне, мужу моему, в старости. Вот. Так что мы гуляем. Все классно. Едешь сам на нем? На нем поедешь? Давай, пошли. Так, ну что, мы зашли выпить коктейльчик. Устали, пока шли. Я смузи, а вам милкшейки взяла. Нормально? У тебя такие щеки загоревшие. Ну что получается? Мы решили пешком пройти до дома. Ой, какой слоник красивый, зеленый-призеленый. Ты хоть знаешь, где какая фигура? Это конь, это ферзь. Смотри, какой, иди вот здесь, я тебя сфоткаю. Пианино, смотри. Вот сюда можешь сесть. Сесть. Нет, Тём, ты что? Так, ну что, мы решили, мимо проезжали, девочки, мишки, еще раз прокатиться. Мишки. Тёма хотел, как называется, на фуникулёре. Да, мы опять решили проехаться наверх, но выходить даже не будем. Кружочка дадим и вниз поедем. Илюша ждет кататься в новых шмоточках, кататься на крутом своем самокатике. Ну, извините, день рождения в ноябре. Так красиво, ребят. Смотрите, там еще в горах, я не знаю, видно, не видно? Видно. Видно? Снег лежит. Не вот. Видно. Красота, немножко снежка. Ну, честно говоря, мне так жарко здесь. Мне тоже. Ужасно, накалилось, видимо, от солнца. Ну, красиво.
Красиво, красиво, просто неимоверно. Ребят, ну что, мои дорогие любимые, что я могу сказать? На вкус, на счет отдыха, на вкус и цвет, конечно, товарища нет. Вон скейт-парк. Да, вон скейт-парк. Видишь, там мало сейчас людей, там сейчас только дурачки катаются в такую жару. Вот, девочки, Красная Поляна — это лучший отдых, что может быть в Сочи. Но я знаю, что вы, мои дорогие, любимые, тратите большие деньги. И, конечно же, вы хотите море. Море отсюда очень далеко. Так как я не любитель моря, мне здесь безумно нравится. Здесь просто кайф. Спокойно, людей немного. Вообще классно. Отдохнуть есть где хочешь. Каток есть. Есть подняться на горы. Есть классные бассейны. Есть парк. Аквапарк. Что хотите, здесь есть. Мы остановились, я уже, по-моему, говорила, в Мариотте. Просто вы спрашиваете цены, цены. Вы знаете, что я не очень любитель называть цены. Потом вы мне пишете: ах ты собака, откуда у тебя деньги, или еще что-нибудь. Но, девочки, две ночи в Мариотте я заплатила 35 600. Два дня. Включен только завтрак. Все. Ну и бассейны, хамамы, шмамамы. Вау, мы приехали, выходим. Все, мы приехали внизу, снизу, внизу. И идем. Аккуратно, Илюш. Идем в скейт-парк. Тут зимой, конечно, красиво очень. Вот это все горит. Ну, хотя здесь и летом горит, но зимой классно. Так, ну что у нас, заключительные гастроли? Доброе утро. Ребят, мы идем на бассейн, позавтракали. А помните, я вам говорила, что мы здесь не можем загореть? Я не могу здесь загореть, на самом деле я сгорела. У меня просто все красное. Смотрите. Вот, сейчас пойду найду шезлонг где-нибудь в кустах. Одела свою самую большую шляпу. Девочки, вообще все сгорело. Лицо красное, нос красный. Тут аж болит. Мальчишки нос немножко сгорел. Мы ждем Тёмку, он побежал ключи оставлять папе. Папа не хочет на бассейн. Вот. И сегодня уже где-то в 3 будем выезжать. Нашла себе местечко в тенечке, так здорово вообще. И этот, мальчишки купаются. Девочки, так не хочется уезжать с этого райского местечка на самом деле. Так же тут здорово. Красота. Этот отдых у нас в сердечках останется надолго. Мы еще сюда приедем. Вот электричка поехала в Адлер. Мы сегодня тоже после 3, наверное, уедем. У нас сегодня позднее выселение. Можно сказать, целый день здесь тоже еще 3 будем. Очень классно. Ужас, красный помидор. Мы в джакузи. Так, ну что, ребят, мы выселились. Идем еще покататься на Илюшкиной площадке любимой. И поедем уже домой. Смотрите, сняла вам, какие деревья странные, да? Смотрите, как они загнулись. Вот, так неохота уезжать. Но надо, надо. Папа наш, видите, помогает сумари таскать. Я говорю, Илюшка хотел... Я, честно говоря, хотела сразу уже домой. Ну, Илюша говорит, ну, мам, ну, пожалуйста, давай еще, еще. И мы, короче, идем в Карму, попьем охладительных коктейльчиков и домой. Что, Илюшка катается. Мы выпиваем свои, как это сказать, крайние коктейльчики в Карме. Это не коктейльчики, это смузи из лайма. Подожди, заяц, с чем он смузи? Авокадо и еще что-то там. Нет, не авокадо, только вспомнила манго и маракуйя. Вот, и мы сидим, пьем, Илюшка катается, и будем скоро выдвигаться до дома, до хаты. Я, кстати, уже соскучилась по своей кровати, а я соскучилась, ты нет? Ну, ты бы, конечно, в бассейне с утра до ночи бы плавал и всякие вкусные вкусности кушал, да? Так, ну что, мои дорогие, любимые, я приехала сюда светленькой, белобрысой женщиной. Уезжаю просто афроамериканкой, потому что лицо просто черное какое-то. У меня, девочки, тело, если бы вы видели. Просто это зрелище не для слабонервных.
Вот, короче, гулянка от души, просто от души, душе на душу. Приезжайте, кайфуйте, отдыхайте, людей мало, горы, настроение, все же на лайте, знаете, все такие доброжелательные. Добрый вечер, добрый день, у меня даже язык устал со всеми здороваться. Здесь очень круто, правда, очень круто. Девчонки, мальчишки, спасибо, что вы посмотрели этот ролик, пишите отзывы, где вы любите отдыхать, мне тоже было бы интересно послушать. Вот. Что вам бы интересно было узнать про Адлер, пишите внизу в описании. А на сегодня все. Всех люблю, целую. Пока-пока. А Тимон пошел за хот-догом.